Видео подготовлено сайтом online-gdz.net, страница 94, упражнение номер 3. Нам нужно найти значение данных числовых выражений, используя устные приемы вычислений. В скобках 860 плюс 40 минус в скобках 560 минус 60 деленное на 100. Выполняем действие в первых скобках, получается 900. Выполняем действие во вторых скобках, получается 500. 500 делим на 100, получается 5. 900 минус 5, получается 895. Второй пример в скобках. 920 минус 50 плюс в скобках 480 плюс 24 деленное на 6. 920 минус 50 – это получается 870. 480 плюс 24 – получается 504. 504 делим на 6 – получается 84. 870 плюс 84 – получается 954. Следующий пример. 2400 минус в скобках 270 плюс 30 умножить на в скобках 400 минус 396. 270 плюс 30 – это 300. 400 минус 396 – это 4. 300 умножаем на 4 – получается 1200. 2400 минус 1200 – получается 1200. 510 умножить на 6 – минус. Скобки открываем. 780 минус 20 – плюс. 230 плюс 470. Сначала выполняем действие в первых скобках. 780 минус 20 – это 760. 230 плюс 470 – это 700. 510 умножаем на 6. 500 на 6 – это 3000. 10 на 6 – 60. 3060 минус 760. Это получится 2300, и плюс 700 получается 3000. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.